Привет всем друзьям, подписчикам моего канала. Вот решил рассказать, как тут происходят у нас вопросы с коронавирусом на Бали. Приехал на пляж. Ну, многие пляжи на Буките, они закрыты из-за эпидемии. Хотя, понятно, и все доктора, медики говорят, что солнце убивает вирус. Но, тем не менее, общая паника, общие инструкции централизованы по всем государствам. Не обошли этот остров. Несмотря на то, что это вредно закрывать пляжи, но тем не менее пляжи закрыты. Букит весь Миласти, Карма, другие пляжи, сейчас не вспомню, Dreamland Beach, все закрыты. Приехал сюда, в Куту, вот оставил свой байк. Здесь баллон, кстати, для замены воды у меня хлел. Оставляю байк. Идем, смотрим, что происходит. Вот, первый же заход на пляж, вижу, закрыт. Но охраны нет. На Буките везде сидит охрана и не пускает. Говорит, что нужно respect the rules. Вот, но здесь закрыли, но мы сейчас будем пытаться пробраться сквозь вот это защитное сооружение. Смотрим, народ есть на пляже. Кто-то проникает каким-то образом. Ну, еще раз покажу его, если непонятно. Защита вот такая, смотрите. Вот. Вход на пляж заблокирован. Переступаем через палочку, проникаем сюда. Видим, что происходит. Народ на пляже, конечно, в разы меньше людей на пляже. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Люди, которые понимают, чем нужно заниматься, понимают, что нужно душить вирус на солнце, если он у кого-то и есть, что маловероятно. Вот так вот, смотрите, это выглядит. Бали во время коронавируса. Хорошо, что они здесь не паникуют прям так сильно и дают возможность людям все-таки ходить по пляжу, наслаждаться солнцем, океаном. Океан же ощелачивает, все вирусы этого боятся. Вот и хорошо. Будем радоваться и наслаждаться. Закат, красота, радостно и чудесно. Океан работает своими волнами в том же прежнем режиме, не боится ни карантина, ничего. Кто-то делает зарядку, как Высоцкий пел. Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Выполняйте правильно движения. Вот они так и делают. Я сейчас пойду покупаюсь в океанчике. И все остатки коронавируса смою со своей кожи. Если они там хоть и были, хоть чуть-чуть. Ну, надеюсь, и не было, и не будет. Всем привет. И вам там всем быть здравыми. И рассудком, и телом, и душой. Всего доброго. До новых встреч. Рано выключился. Решил показать, как хожу по океану. Вот так. Иду вперед, товарищи, вперед. Начихать на коронавирус. Вот так на Бали происходит карантин. А я вам скажу, хорошо быть в таком карантине. Даже очень. Самолеты продолжают прилетать. Я видел самолет, но его камера не возьмет. Тем более вот эта обратная камера на телефоне. Не знаю, наверное, никого не привозят. Эвакуируют оставшихся, которые хотят отсюда улететь. Кто приехал ненадолго. А кто надолго, тому и хорошо. Все, вот теперь уже, ребята, вам всех благ. Всего доброго. Здравия, радости и счастья. Как вы думаете, ребята, борьба с коронавирусом лучше будет происходить дома, в заперти, либо вот здесь? Напишите в комментариях, что думаете. Воздух, который дует с океана, щелочная среда, соленая океана, солнце. Это лучше.
Или домашний арест в перчатках резиновых. Маски, которые накапливают микробы, но и пропускают в то же время вирусы. Что лучше для здоровья? Пишите, не стесняйтесь. Не стесняемся, сообщаем, пишем. Всем всех благ. Драка крабов. Крабов разборки. Серьезные. Один нашел какую-то, видно, обломок ракушки, и все за него дерутся. Опа, этот успел скушать что-то. Пока все дерутся, этот кушает, красавчик. Все, самое главное, отвоевал все. Я думаю, о, все, я прячусь. Крабам коронавирус нипочем, у них свои разборки. Давайте брать с них пример.